Ну и хотим мы того или нет, все равно люди у нас собираются и отдыхают не только на так называемых Ну официальных да. пляжах, есть и другие места отдыха уже Имеет имеющиеся, место, да, быть, имеет место быть, дожидаясь. да, это и на Балаковке в том числе, поэтому люди приходят иногда со своими, уходят с мусором, кто-то оставляет мусор, необходимо тоже там сформировать какие-то контейнера, Ну, сегодняшнее лодочки, замечание не принято, однозначно. да, с тем, чтобы после выходного там не оставались кучи всех этих отходов. Прошу всех обратить внимание о том, что у нас есть и несанкционированные места купания, именно купание, отдых может быть, а купание запрещено. Поэтому, уважаемые коллеги, там, где будут выявлены случаи купания в несанкционированных местах, не обижайтесь, когда вас будут наказывать.